Привет. Привет. Космическая игра. Это что-то такое похожее я видел когда-то давно, но не помню. Вот честно, что-то похожее, но не знаю. Короче, мы играем за искусственный интеллект. Не за человека, не за кого, а за искусственный интеллект. Ну, насколько я понял из описания. Называется игра Observation. Обсервация. Ну, как-то так. Погнали, посмотрим, что это такое. Вряд ли это будет прохождение. Если она понравится, ну, я пройду. И вряд ли она длинная. Пошли посмотрим. Так, это что такое? Это темнота, не темнота. Окей. А, субтитры включены. Погнали. Как интересно. Космическая станция ля-ля тополя, 410 километров вброне с Землей. Я не думаю, что это ужас. Это что-то непонятное. Хьюстон вызывает там, ну и так далее, понятно. Говорит доктор Эмма, она на тополя, я нахожусь на близости. Пожалуйста, ответьте. Ну же, да где же вы все они? Здесь что-то происходит. Да что ж такое? Мы столкнулись с чем-то. Что? Джо? Кто-нибудь, ответьте! Это хоррор? Блин, я не знаю даже. Сам? Сам? Сам его зовут? Сам. Хьюстон. Это Сэм, наверное, не отвечает. Сэм, наверное, потому что Сам. Твою мать. Сам? Сам, еда. Да Сэм, конечно, какой Сам. I need you to give me admin access. Enable voice authentication. Dr. Emma Fisher, 140412. Это ужасы. Так, это что-то мы должны нажать. Окей, анализ. Ага, это я нажимаю. Эмма Фишер. Ошибка. Так, а если, подожди, если ошибка принять или отменить? Ну ладно. Great. Thanks, Sam. That's good. Я поверил ей на слово. На слово. Come on, give me something. Sam, системный анализ. Are you there? Respond. Ответь, говорит она мне. Я тебе отвечу сейчас. Ты здесь? Так, панель, панель, хорошо, что? А, нет анализов. Вот тут чуть надо. I am here. Oh, thank God. Понял. Okay, okay, okay. Это сейчас мне, наверное, робот какой-нибудь отвечал, правильно? Okay. Sam, you seem to have booted up in module 8. I'm going to relocate you to the Horizon Utility Hub in module 9. That should give you access to limited... Завязка в игру происходит пока прикольно. Пахнет прям загадочностью. Listen, I'm stuck in the Horizon. Не тем, чем ты подумал, пахнет. Сказав, подумав про эту игру, что это каким-то говном воняет, мне кажется. Я говорю, нет. Мне кажется, эта игра достойна того, чтобы ее посмотреть как минимум полчасика и решить, что с ней делать дальше. Так, модуль этот, модуль тот. А давайте с крайнего права. Почти крайне. Ага, сбор данных. Хорошо. Данные, окей.
Ну да, окей, назад. Тут хорошо, давай здесь посмотрим. Нужно, видимо, проанализировать что-то здесь. И проверить, питание низкое здесь, хорошо. И здесь посмотрим. Здесь знаешь, что плохо? В этой игре я поставил на самый-самый-самый-самый низкий, короче, чувствительность мышки, и она все равно дергается, как бешеная. Ну, мы проверили все. Мы проверили все, подтвердить все, окей. И дальше что? Что дальше? Что дальше делать? Подожди. Я везде понажимал, и что мне... Так, значит, надо где-то что-то вдумываться. Данные окей, питание низкое. Питание вот здесь низкое. Что-то здесь можно понажимать? Подожди. Здесь ничего нет, твою мать. Подожди. Доступ хорошо. Тут ничего нету, я здесь уже... Подожди, что за херня? Окей, низкий, да. Что-то здесь я не вижу. Я реально чего-то не вижу, что я должен видеть. Что делать-то? Тут все такое же. Тут, в смысле, тут написано все то же самое. Или я слепой? Я слепой? Ты серьезно? При нажатии этой херни нужно все делать. Так, да. Питание. Нет? Что нет? Подожди. What would you like me to do? I need diagnostics on the adjacent modules. I don't know if it's safe to open these doors. Это надо при нажатии кнопочки. Нет, не. Нет совпадения, нет ответа. И здесь, и там, и тут. То есть я должен искать какой-то вариант, где будет какое-то совпадение, правильно? Охренеть, вы что, дураки? What would you like me to do, Emma? I need diagnostics on the adjacent modules. Я тебе тысячу раз говорю, я уже что сделать. Я не знаю, что делать. А что делать-то? Она слишком умная, эта игра, мне кажется. А, нашли. Надо было просто поискать, окей. Модуль 9, окей. Хорошо, включай нахер. Включай, дверь открывай мне. Что-то. Есть ответ. Есть ответ. И что? Окей, назад. Что дальше делать? А, еще проверить нужно. Нет ответа, нет. Или надо просто по каждому этим проходить, смотреть, что там сделать надо? Или подожди. Или что-то надо опять здесь же что-то сделать. Ну, тут я сделал. А, вот еще. Power in module 9 is limited. That's not important. Давай переключим с какого-нибудь другого. Module 9 hull contact points. Надо было все проверить. Modules read true. Весь модуль нужно проверить. Something is vibrating, Sam. Can you check the hull contact points on the other modules? Module 9 hull contact points to adjacent modules read true. We know about 9 already. Есть ответ. Я понял. Ну,
Здесь я ничего не пол... Это как этот... Запуск в космос охереть на самом деле. Ну подожди. Нет, совпадение, совпадение. О, совпадение. Module 10. Hull contact points to 12. Read false. Понял, понял. Suggesting that module 12 is... Это знаешь, на что похоже? Есть, ну как бы, тебя 100% не было еще, когда это было. А я был таки на калькуляторах, прям вот... Задание, прям на калькуляторах игр в виде цифр. И вот там вот капец. О! Да ладно, видос. Это же реальный видос? Или это графика? Это графика или люди снимаются? Сэм, слышишь меня? Почему Сам? Сэм же. Что происходит, Сэм? Что за шум? Сэм? Что за нахер? Это ужас или что? Это ужас или что это про... Простите, блин. Такая неоднозначная игра пока. Это очень похоже на съемки прям реальных людей. Что-то происходит там у них, понимаешь? У них что-то происходит. Да хватит крутиться! Я до сих пор не пойму, это графон или это... люди снимались. Я не понимаю. Не, ну очень похоже на то, что... Люди на космической станции. Я имею в виду... Да нет, это графон. Это графика, но очень крутая. Это очень... Да? Это я уже опять? Давай, понажимаем. Так, диагностика. Давай посмотрим. Продиагностируем. Запуск... Мы похожи пока на только инженеров. Так, тут что-то поломалось. Запуск. Давай посмотрим. Крыло, крыло, крыло. Тут что-то поломалось. Это ничего не нажимается. R. Что здесь нужно проверить? Давай посмотрим совпадение. Что-то отключено, говорит. Давай дальше посмотрим. Ну блин, она прямо научно-фантастическая какая-то эта игра. Хотя, почему научно-фантастическая? Диагностика ядра. Так оно одинаковое, в принципе, и все нормально. Emma, please repeat your instruction. I need you to run diagnostics on yourself to see what you still have. А, запустить запуск, самозапуск, да? Самозапуск? Как тебе обратно вернуть? Непонятно. Подожди. Как тебе самозапуск? Самозапуск. Где кнопочка самозапуск? Здесь такого нет. Самодиагностика сама. Сама, блин. Такая как? Понял. Вручную. Нихера тут кнопок. Поврежден. Тут кнопок просто на каждом хрене. Ты посмотри, что происходит. Выбираешь, нажимаешь, выбираешь, нажимаешь. Поврежден. И что? Совпадение. The main memory core has been corrupted. I have lost significant station data. Мы нашли какой-то косяк с нашей барышней.
So most of your system links and data logs are gone. Видимо, что-то произошло здесь. You will need to scan, download and recover as much data as you can. We need to get you back to your old. Здесь очень тяжело на английском, понимаешь, еще и в моем состоянии. Ой, ну началось, загадочки ваши, игрушечки, хорошо. Фух, ни хрена, это реально научно-фантастическая хрень какая-то. Что это? Поврежденная штучка. Remind me, Emma, what can I do for you? Так, я, он говорит, что нужно что-то ему напомнить. Что еще тут есть за кнопки? Тут кнопок, походу. Поврежден. Повторите команду. Подожди, а что еще здесь надо нажимать? Вот она как бы выжимается, зажимается. А, держать надо. Понял. Тут очень много кнопок, которые они практически все задействованы, и что-то каждая кнопочка делает в отдельности. Видишь, одну держать надо, другую нажимать надо. Охренеть! Чувствую каким-то себе капитаном корабля. И все. И это сломано, видишь? И окей. Опять поговорим. Вот. The connection between crew tracker functionality. Нашли косяк, отправили данные роботу. Я, насколько понимаю, это робот сам с нами разговаривает, Josh? Да? Да? May? Anyone? Не графоний класс. Okay. Это графика, это не видео, это графика. Yeah. И она охерительная. Она охерительная, она научно... Это круто. Не, ну вообще клево, на самом деле. Так, хорошо, что-то еще нужно сделать. А, это теперь я кручу. Хорошо, мы смотрим. Тихо. Так. Это что за кнопка должна бы была быть? А, D. Q. А, подожди, я вот... А, вот так? Это что за кнопка? Это O? Это O, да? Это O. Детит же ж твою мать. Сколько здесь кнопок. А, ни хрена себе. Я реально... Вот, наверное. Нет. Я могу крутить башкой. Looks good. А, посмотри. Recycling should be active as well. Check the other cameras. Надо было просто посмотреть по сторонам. Сука. Передвинулись, хорошо. Мы можем двигаться по этой хрени в таком темпе, да, получается? Да, посмотрим здесь. Хорошо, видимо, тоже рассмотреть все, что нужно нам рассмотреть, да, вокруг. Что здесь могло произойти? Так, ну уже я смотрю, выделились кнопочки, которые можно будет нам с тобой нажать. Что-то нужно нам с тобой найти, правильно? Правильно, это какая-то игрушка валяется. Опа, ноутбук. Как? Проверить камеру. Это еще не работает, понимаешь? Так, это мы развернулись, получается, вокруг камеры. Хорошо. Идишь, пассатижишь, это ж какой-то кошмар. Чтобы приблизить и отдалить, нужно, понял. Что-то нужно приблизить и что-то нужно отдалить. Это пока игра показывает, как бы в игре уже говорит, что нужно делать это нихера себе приближение.
Это жестко. Это что-то прям... Это прям научно-фантастическая хренотень, которая... Ну, это прям жесткая-жесткая хренотень. А, сфера какая-то. Пока можно крутиться вокруг. Хорошо. Нам надо, нам дали задание покрутить башкой. Опа. Трэш. Типа мусор. Ладно, давай покрутим камерой вокруг всего этого комплекса. Ну, комнатки, наверное. Вокруг пока комнатки. Я не знаю, вот куда дальше идти. То есть я пока не представляю. Еще одну комнату нужно что-то проверить или что-то с ней сделать. Что А мы сделали, Б мы сейчас сделаем, и С еще остается. Охренеть, это как-то тяжко на самом деле. Может быть, нужно сферу направить, посмотреть. Типа она заинтересовалась этой сферой. Что с ней сделать? Все разрушено. Ну как, не разрушено, но все валяется, все летает. Ноутбук. Ноутбук. Ну и как его активировать нахер? Сканировать документы. А как? Приблизить и отдалить. Хорошо. А как сканировать? У меня нету действий таких. Удерживай. Может быть, вот так? Где она? Да я удерживаю. Нет. Етить же, какая же... Она что-то слишком жесткая игра. Она реально жестковатая, мне кажется. Слишком ребята далеко заиграли отсек. Нужно либо просто все рассмотреть, либо я хз, что сделать надо. Камера сжижения. Ну окей, сжижение. Сжижение, что мне с ней сделать? Ничего. И главное. Ага. Люк. Отсек. Блин, ну ребята, ну это чересчур сложная игра, реально. Ага. Ага, что-то я нашел. Какой-то. Нужно было найти какой-то документ, получается, что ли, или что? Как обратно вернуться, игра? А, да? Сука. Use your cameras to locate the hatch controls and any other integrated systems and equipment. Люком каким-то. Так, отдалим немножко. Какой-то люк. Этот люк нужен? Камера сжижения? Или вот эта камера тебе нужна? Чё она хотит? Чё она хочет? Вот это? 2-2. 2-2-1. Пароль? Парь. Парь. 2-2-1. 2-2-1. Good. Looks like that's working. Ну, это было просто. Хорошо. Открыть. Открыли. Теперь мне нужно туда заглянуть. Посмотреть, что там происходит. Заглянуть, что-то забрать. Посмотреть, украсть. Я не знаю, что здесь нужно сделать. Там что-то поломалось или что-то валяется. Я не знаю, что это. Тут что? Ну, хорошо, открыл я дверь. Что сделать нужно? Переустановите. Переустановка. Переустановка. Хорошо. А что сделать-то нужно? Ну, я открыл дверь. Хорошо. Окей. Что мне же теперь нужно сделать? Как я понял, изначально туда зайти. А как туда зайти, я не могу понять.
Закрыть. Туда я не могу повернуть лицо. Закрыть люк. Так я не могу закрыть люк. Так я подожди. Смотри, у меня есть кнопка закрыть. И я понял. Не туда, не сюда. Ничего не нажимается. Я только могу передвигаться. Сама кнопка, она не отжимается. Что, бляха-муха, тут надо... Это какая-то капец тяжелая игра. Или я такой дебил? Закрыть люк, хорошо, я нажимаю, и что, ничего не происходит? Понимаешь? Я нажимаю, и ни хрена не происходит. Приблизьте, хорошо, для я приблизил. Максимум приблизил, блядь. И что мне надо сделать? Или мне нужно как в каждом люке так сделать? Камера сжижения, может быть, что-то тут надо сделать? Нет, давайте поклацаем, станция дока отсоса. Дока, ну понятно. Что еще здесь можно так нажать? А, ту надо дверь открыть, может быть. Но она никак не отжимается, и ничего с ней не происходит. Это коммутатор. А, ну вон еще одна такая же кнопка. Я идиот. Простите, я дебил. 3-2-2. Окей. Охренеть, это реально научно-техническая игра. Это просто пипец. Хорошо, мы... Ага. Ага. Да, нашли. Какую-то елду мы нашли. Ну, я так понимаю, да? Которая не работает. Ну, красным моргает, значит, что? Не работает. Это что, перчатка? Это перчатка лежит? Это рука? Это рука? И это руки. Ноутбук. 444. Охеренный пароль. Sam, add the EAS-11 airlock hatch controls. I need to get out of here. Етиджиш, пасатиджиш. Это реально хрень удерживать. Ага, ну блин, ну докс. Тут что делать? Она сама-то что-то делает? Выбрать. Так, выбрать. Кого выбрать? Сфера X. Кого выбрать? Это пипец. Это не игра, это реально научный какой-то технический прогресс. Короче, ладно. Сфера передвиньте. Что? А как? Подожди. Ничего не нажимать. W нет, S нет. Выбрать. Хорошо, это мы почитали. Что-то здесь произошло. Хорошо, это понял я. Это назад. И что теперь здесь? Ну, я нажал. Но я нажал, хорошо. Назад. Почитали. Сейчас что должно быть. Данные. Данные восстановлены. Он не восстанавливает. Я держусь, и ни хера не происходит. На кому еще надо? На кого нам нужно еще направить? Объясните мне, пожалуйста. А, так вот же. Но не работает.
Неактивная сфера, ноутбук. И вот ноутбук. Но он не работает. Понимаешь? Реально, ребятки, это очень сложная игра, мне кажется. Это что-то какой-то капец. Еще раз развернись вот так. Вот, вот теперь может быть. Нет? Нет. Да сложная эта игра, капец, вы чё? Это прям не игра, это какая-то, я как будто, не знаю. Атмосферная, без... А что это? Ага. Включил. Включил. Что-то я включил. Хорошо. Отсек. Тут, короче, надо смотреть и делать, что-то делать, чтобы заработало наконец-то все нахер. Тут пока ничего не появляется. Появляется, когда что-то происходит и... Ага, вот он. Запустить через... Так, а он не работает, питание у него или чего? 422. Окей. Хорошо, нашли. Решение нашли. Охренеть, ребятки, это просто пипец. У меня сейчас голова взорвется после химии. У меня голова... Ну, это, с одной стороны, хорошо, потому что я начинаю думать. Потому что, ну, знаешь, лежишь в больнице, тебе химию капают в голову, и там ничего не происходит, кроме того, что... Фух. Открыли. Наконец-то! Good work, Sam. Конечно, good work, Sam. Это я! Спасибо. Let's get this up and running. Жопа с ручкой. Охренеть, игрулька! Josh? Здорово! Охеренно нарисовано. Вот пока она была в скафандре, я думал, это реально реальные люди. А, ну, сейчас понятно, что видно. А по движениям вообще непонятно, что это там графика или что. Молодцы. Джош. Хьюстон? Хьюстон? Anyone? Кто-нибудь? What? Что? Wait a minute, Sam. Погоди. Our internal communication network is fully online. Фишер. Рыбачка. Where has everyone gone? Где все нахер, она говорит, понимаешь? Oh, shit. Попала, да? Попала до бёха. Слушайте, охеренная... Это даже не игра, это... Это, знаешь, это как путешествие такое. Туда, куда... Ну, как вот они живут, космонавты. Ну, очень похоже, прям. Так, что мне здесь надо сделать? Войдите в Сэм Ось и в люб... Так. В Сэм Ось. Войдите в Сэм Ось и в любой момент нажмите пробел. Нажал. Надо попроверять. А, попроверять все, что происходит здесь, да? То есть полазить по вот этой херотени. И что-то мы сейчас должны с тобой найти. Ебало же богадюку. Пробелом. Где-то что-то горит, я так понимаю, типа, да? Давай вот сюда посмотрим. Ага! Ага! Я нашел, да? Красный. Да!
Ёбаный свет. Огонь. Сейчас мы это под... Ой, пара-пара-пара-пам. Сенсор. Это как раз ты до меня предупреждаешь. Китай. Ски. Народный флаг. Так, здесь что? Перевернуться на другую сторону получается, да? Здесь что-то реально горит. На космической станции что-то горит. Это просто жопа. А, быстрее в дверь. А дверь не открывается. Открывается. 1-1-1. Отличный пароль. Прекрасный пароль. Он не работает. А... Это тоже не работает. Это тоже не работает. Эта дверь заклинила. Капец. Специально, что ли, надо мной издеваетесь? Что мне делать? Все горит. Эмма, блин. Ебать. Я нашел источник, хорошо. Что мне теперь делать? У меня уже в горле пересохло. Надо было чайку заварить себе на это. Я же не знал. А, о, вот. Вот же он, вот же он. Сейчас потушим. 3, 2, 4. Фух. Включите. А я что делаю? Ну, она не включается. Она не включается. Она не включается, я тебе еще раз повторяю. С той стороны же нету их. Она с одной стороны. Все, привет. Мы сейчас сгорим тут, ебаный фен. Ого, охереть. Я не знаю, сколько я буду вырезать это все в игре. Потому что я достаточно тупил. Я примерно уже часа полтора записываю. Но вы увидите, конечно, меньше. Я включаю. И она не включается. Она не включается. Она не включается, хоть ты обосрись. Все путается справа вверх, снизу. Это пипи. А, еще снизу есть. Фух, ладно. Давайте на этом остановимся. Ну потому что реально у меня уже все так. Игра похожа на то, что охеренная. Но! Знаешь как? Знаешь, как я тебе скажу? Она. В своих кругах. То есть, если я начну ее стримить, если я начну ее записывать, это будет, во-первых, для меня просто жопа. Потому что я записываю, я же говорю, час 30 уже. Естественно, я буду вырезать сейчас сидеть все это, потому что, ну какого хрена это надо будет тебе смотреть? Это пипец. Для стримов она тоже не пойдет, эта игра. Она слишком... Она скучная. Для стрима она скучная. Тут нужно читать, туда-сюда, нажимать, изучать. Возможно, я в этом состоянии после... Ну, на лечении, и химия на меня действует отупительно, понимаешь? И поэтому я, может быть, так и считаю. Но игра охеренная. Нет, игра хорошая, игра крутая. Я, возможно, в нее поиграю. Если какие-то моменты, может быть, у меня получаться будут получше, я еще одну серию запишу. Но это просто, это не прохождение, это просто для канала, для меня, для тебя, мало ли. Поэтому, понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, ищите меня в соцсетях. Я всегда здесь, я всегда отвечаю, я всегда, всегда с тобой общаюсь. Поэтому пока, вообще было приятно с тобой провести время.